Prodexpo 2021, рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, я представляю компанию Теплоогаревский мясокомбинат, бренд «Город мастеров. Мясное дело». Расскажите, в каком регионе вы представлены? Мы представлены в основном в Тульской области, это наши брендованные магазины, их больше 60 магазинов по Тульской области. Расскажите, сколько раз вы приезжали на нашу выставку? Сейчас уже приезжаем четвертый раз, еще раз доказать, что у нас золотые медали идут год от год, все качество остается на том же уровне. Да, расскажите, получается, наша выставка уже отмечала не раз медалями вашу продукцию, но, насколько я знаю, вы еще выставлялись на международных площадках и конкурсах. Да, мы выставлялись на ИФИ, где тоже взяли и кубок мясников, и золотые медали. Мясной Оскар в 2019 году мы заняли первое место по России по количеству наград за мясную продукцию. Замечательно. Скажите, сколько у вас точек и, насколько я знаю, вы продаете в своих фирменных магазинах свою продукцию и не стремитесь в ритейл? Да, это наша кредо, что мы продаем только в своих магазинах, где можно контролировать и торговлю, и качество, и чтобы не удешевлять продукцию, чтобы продукция была всегда качественной, никогда никто на нас не давил. Поэтому мы создали свою сеть, которая прекрасно работает, которую можно контролировать и вертикально, и горизонтально. Замечательно. Тогда немножко давайте поговорим про производство, как делаются эти потрясающие колбаски, может быть, есть какие-то специальные технологии. Технологии мы возродили старые, то есть у нас натуральное мясо, это посол мяса, который сейчас многие отказываются. Мясо солится кусками, это, допустим, для сырокопченых, для сыровяльных колбас. Потом коптится, сушится долго в сушильных камерах. Мы находимся на средней русской возвышенности, когда летом идешь в цех, и везде разнотравье, цветет липа, травы. Вот это вот как раз у нас впитывают наши колбаски. То есть аналог пармской ветчине, где впитывают соли и ветра, у нас... разнотравье среднерусской возвышенности. Замечательно. И люди, которые живут в Москве и Московской области, немножко горькими слезами плачут и желают, конечно, чтобы вы были представлены широко и в нашем регионе. Но надеемся, что на нашей выставке мы как минимум попробуем вашу продукцию и желаем, чтобы ваши фирменные магазины открылись по всей стране, чтобы каждый конечный покупатель мог ее попробовать. Спасибо большое. Мы как раз этим занимаемся сейчас в ближайшее время. Спасибо большое за общение. Спасибо.